Перейдем к новостям спорта. 15-е народные спортивные игры, посвященные Дню спорта Республики Казахстан, проходят в центре Жарминского района в селе Калбатау. На спартакиаде по 8 видам спорта собралось 570 спортсменов из 19 сельских округов. Подробнее в сюжете. Соревнования на приз акима Жарминского района проходят ежегодно. Болельщиков и спортсменов, желающих принять участие в спартакиаде, всегда много. Решающий этап соревнований, которые начались 19 августа, состоится сегодня. В этот раз спортивное состязание включает в себя такие виды спорта, как волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, тоғызқұмалақ, шахматы и шашки. Желающих принять участие было много, поэтому был проведен жесткий отбор, который прошли лучшие команды. В частности, в соревнованиях по футболу было отобрано 8 лучших команд. Прямо сейчас играет наша команда. Всего за прошедшие дни мы одержали 2 победы. Сейчас нашими соперниками является команда «Шар». И эта игра очень важна. Ведь победившая команда выйдет в финал, а проигравшая команда поборется за 3-е место. Игра проходит очень напряженно. Сейчас со счетом 1-0 выигрывает команда «Шар». Но наша команда сделала несколько замен, и я думаю, что мы победим. В играх по шашкам и шахматам принимают участие 54 человека, по тоғызқұмалақу 48, в настольный теннис играют 72 человека, волейбол 237 и футбол 105 человек. Победителей спортивных соревнований наградят специальным кубком акима Жарминского района. Болельщики отметили, что спартакиада проходит интересно. Это уже 15-я спартакиада. Смотрим все виды спорта. Все проходит хорошо. Мы болельщики команды «Шалабай». Сейчас развиваются все виды спорта. Шахматы, шашки. Мы все смотрим. Я сам люблю волейбол. Вот пришел посмотреть. Все идет хорошо. Все команды сильные. Торжественная церемония открытия народных спортивных игр состоялась на центральной площади села Калбатау с участием акима Жархымбека Байсабырова. В соответствии с праздничной программой спортсменов из 19 сельских округов приглашали на сцену индивидуально. Благодарственными письмами были награждены спортсмены и тренеры, которые внесли свой вклад в развитие спорта, защищая честь района на азиатских, а также областных и республиканских соревнованиях. По словам акима, в Жарминском районе особое внимание уделяется развитию массового спорта. Сегодня в Жарминском районе большой праздник. Проходят спортивные соревнования. Все вы знаете, что наш район в целом очень близок к спорту и является хорошо развитым с точки зрения всестороннего развития спорта. И в целях развития массового спорта, создания и строительства спортивных комплексов в районе, в настоящее время в селе Калбатау готовится сметная документация для строительства большого стадиона. Для строительства бассейна в городе Шар в настоящее время из районного бюджета выделяются необходимые средства. Разрабатывается проектно-сметная документация. Также в настоящее время ведутся работы по строительству спортивного модуля в поселке Жангистобе и спортивного модуля в поселке Ауэзов. Двукратный чемпион мира по борьбе самбо, мастер международного спорта Марат Караханов зажег факел народных спортивных игр. Также в честь спортсменов был организован фейерверк. Мероприятие завершилось концертной программой артистов районного дома культуры. Ботагөз Дандыбаева, Ахбот Абиахмет, Алижан Бисингазинов, телеканал «Семей».